Гипотеза запрограммированной смерти. Жизнь имеет фиксированную продолжительность не потому, что по природе своей не может быть неограниченной, а потому что неограниченное существование индивидуумов было бы роскошью без какой-либо проистекающей из нее выгоды. Август Вейсман, профессор зоологии, Германия. Концепция феноптоза, если она верна, допускает резкое увеличение продолжительности жизни, а в пределе и отмену старения как такового. Для этого нужно выключить сигналы, вызывающие старение, или сломать программу самоубийства клеток.